Здравствуйте. Сегодня я вам покажу еще один вид гравировки на подвижных изделиях. Он применяется на конвейерных линиях, либо экструзионных установках. Трубы пластиковые, желоба, все, что из пластика тянется. Они работают с определенной равномерной скоростью. 2, 3, 4 метра в час. Могут быстрее, могут медленнее. Длина при этом типе маркировки изделия не имеет значения. Наносится маркировка с периодом времени, который задается на компьютере. И с определенным задержкой маркируется надпись. Может использоваться датчик скорости, энкодер. Датчик изделия не используется, потому что изделие постоянно и постоянно движется. Для примера стальная полоса. Скорость маркировки 2500 мм в секунду, движение конвейера около 2 метров в минуту. Не попал. Итак, задержка 1500 микросекунд. Видно, что наносится. А цвет будет зависеть от материала. На пластиках может быть темная, может быть светлая маркировка. Зависит от типа пластика и наполнителя в пластике. Это в другом видео я покажу. У нас есть образцы, мы уже делали на разных видах пластиков. Маркировка получается. Это решение готовое к внедрению. Мы уже его внедряли. То есть есть установки, на которых работают лазеры. Поэтому можно обращаться. Если есть вопросы по оборудованию, задавайте, ответим. Всем удачи. До свидания.